Всем привет! 130-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 26 июня. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через пару дней. Если вы хотите, чтобы Баран не отпускал Дилан за границу, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Баран и Дилан остались на даче вместе с Джиханом, сыной и ее мамой. Им пришлось ночевать в одной комнате. У Дилана рядом с Бараном выскакивает сердце, и с каждым днем это чувство ее одолевает все сильнее. Из-за этого она неуклюжая и все время что-то роняет или проливает. Баран уже понял, что Дилан так себя ведет, потому что любит. Но почему тогда Баран не отменит развод? Ведь он же не хочет терять Дилан. Даже сына заметила, что Баран и Дилан будто созданы друг для друга, и они очень подходят друг другу. Пока все расслабились, находясь на даче, Илдарай нашел сыну и Айше, но он не знал, что рядом с ними Баран. В итоге между ними произошла потасовка и прозвучал выстрел. В это же время Хасан сказал Фырату, что если он женится на Гюль, то он останется без наследства. То есть Фырат будет нищим. Эта новость сильно обеспокоила Гюль. Теперь перед Фыратом стоит сложный выбор, что выбрать, любовь или деньги. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.